Киеве сегодня открылся новый аналитический центр – Институт стратегических исследований «Новая Украина». Он будет заниматься разработкой стратегии модернизации государства, а также организовывать диалог с ведущими интеллектуальными центрами мира. Ключевыми направлениями деятельности станут евроинтеграция и помощь переговорному процессу с Европейским Союзом, сообщил директор «Новой Украины» Андрей Ермолаев. Саме зараз, коли пауза затягнулась, інтеграція України в ЄС поставлена під питання, ми зробимо все для організації такого діалогу та внесення своїх пропозицій до підписання угоди України та ЄС.